Привет всем, кто сегодня собрался в моем блоге на обустроен.ком. Мы продолжаем с вами творить игрушки в стиле тиль. И сегодня создадим улитку. Для этого нам потребуется 2 листа бумаги, ткань, светлая для тела и вот такая сиреневатая в цветочек для ракушки. Для декора мы будем использовать ткань в той же цветовой гамме. Можно взять органзу, можно взять хлопчатобумажную ткань или фатин. И вот на желатинную ткань у меня есть еще. Ножницы, нитки, иголки портновские, наполнитель, у меня синтепон. Для декора ленты, бусины и полубусины, подходящие по цвету, кружево и рафия. Начнем с выкройки. Она будет состоять из 2 частей. Первая — это тело улитки, и вторая — это ракушка. Моя ракушечка немножечко не влезла на формат А4. Ничего страшного, мы дорисуем ее непосредственно на ткани. Теперь раскладываем ткань. И обводим карандашом. Теперь части наших улиток сострачиваем, оставляя место для наполнителя в верхней части тела и в нижней части ракушки. Теперь вырезаем состроченные детали, оставляя припуск 3-4 мм.
Теперь на сгибах деталей делаем небольшие надсечки. Теперь выворачиваем наши заготовки. И теперь набиваем нашу улитку на полы. Ниткой с иголкой и зашиваем отверстие, через которое набивали тельце, потайным швом. Теперь берем ракушку, подворачиваем
Теперь берем нашу улитку, ее ракушку и закрепляем иголочками там, где мы ее будем пришивать. Теперь потайным швом пришиваем ракушку к тельцу. Теперь место соединения тельца и ракушки закрываем кружевом. Для этого собираем его на нитку. И пришиваем кружево к нашей улитке.